День, друзья! Сегодня ко мне пришла еще одна посылка, такая небольшая, да, достаточно легкая на вес. Написано на ней пилер, то есть какой-то очищатель. Не совсем я понимаю, что имелось в виду. Давайте посмотрим. А, вспомнил, да, именно очищатели. Так, три вот такие коробочки, все, в пакете больше ничего нет. Это реально очистители для чеснока. Очень любопытный, на мой взгляд, такой вот лот. Так, вот я вижу здесь на картинке головки с чесноком нарисованы. И отдельные зубчики вставляются, видимо, внутрь, сюда вот, в эту силиконовую резиновую трубочку. И видите, катается, вот так вот, видимо, прокатывается, и они очищаются. О, даже такой звук интересный. Вот такие цвета, розовый, такой красный и синенький. Очень дешевые очищалки. Можно перейти по ссылке внизу под видео к продавцу. Стоят они, ну, там, сущие копейки буквально. Разных цветов. И вот видите, я сразу заказал три себе и родственникам подарить. Очень интересное. Что-то на них написано даже. Peel the garlic tube. То есть трубка для очистки перца. Не перца, а чеснока, конечно же. Галик. Чеснок. Вот такая интересная маленькая распаковка. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем пока.